слушаю очень... Очень красиво развивались волосы. Называется Всемирный день чистоты. Сегодня такие акции чистоты проходят не только здесь. Не так давно была тоже акция «Чистый берег». В мае она проходила на Тарховском пляже. Мы рады приветствовать от имени Кингисеппского муниципального района вас в этом прекрасном месте. Мы очень рады, что мы подключились к данной акции «Экологически чистый берег». Раньше в нем участвовал только Санкт-Петербург, Таллин и Хельсинки, теперь и Ленинградская область подключилась к данной акции. Хотел поблагодарить всех, кто посчитали, что не обязательно было сегодня высыпаться или провести время в других своих домашних делах и оказать содействие нашей природе, все-таки очистить его от мусора и грязи. Спасибо большое всем за старт. Желаю, чтобы была удача сегодня в мире. Вас преследовали победы. Проект «Чистый берег» несколько лет назад. И сейчас он стал таким ожидаемым знаковым мероприятием для нашего города. И хочу напомнить, что это международный проект, и поздравить вас с тем, что сегодня вы присоединяетесь к этому проекту. И еще хочу сказать, что наши ближайшие соседи, эстонские наши партнеры, называют эту акцию таким симпатичным старинным словом «талока». Так в старину называли такую совместную работу, когда... Люди собирались помочь друг другу сделать что-то, что одному не под силу. Мне кажется, это очень подходящее для нашей акции. Всех приветствую, спасибо вам и хорошей работы. Хочу отдельно сказать спасибо организаторам, потому что первый раз вижу, что как бы так интересно убирают лес. Обычно просто все приехали, взяли пакеты и вперед. Здесь вас и кормят, как бы все такое. Все устроили очень интересно. Все приехали просто помочь. За это вам большое спасибо. Я рада вас приветствовать здесь. Я надеюсь, что сегодняшний день будет для вас, во-первых, запоминающимся, во-вторых, интересным. Я считаю, что когда мы делаем уборку в квартире, рядом ли с домом, на улице, мы наводим порядок у себя внутри. Мысли становятся правильнее, ощущения лучше. Доброе утро. Unfortunately, I don't speak your language yet, so I... К сожалению, я не говорю по-русски, но я постараюсь вам перевести. Environmental protection is of utmost importance for Nord Stream 2. We are really happy, more than happy, to sponsor this kind of event. Защита окружающей среды очень важна для компании Nord Stream 2, и мы очень счастливы, что нам выпала такая возможность сегодня оказаться спонсорами этого мероприятия. We are convinced that these kind of initiatives can make an important step to improve the environmental condition of this natural reserve. И мы убеждены, что такого рода инициативы помогают существенно улучшить состояние окружающей среды Кургальского заказника. The beautiful natural reserve here in Kurgalsky. Пожалуйста, наслаждайтесь сегодняшней хорошей погодой, прекрасным Кургальским заказником и большого вам веселья. Спасибо. Кто его привез? Его привезли люди. Туристы. То есть не вы организаторы? Конечно нет, организаторы мусор не приносят, организаторы мусор возят. Понятно. То есть это не вы подготовили эту акцию и привезли сюда мусор? Мы подготовили людей к этому, да, морально. И поэтому можно так сказать. А мусор, естественно, оставили туристы обычные, которые сюда приезжают. Место прекрасное, место очень живописное. Поэтому даже за столь большие километры и столь плохой дорогой, все равно все едут и, к сожалению, оставляют за собой вот такие последствия. Следующее. Ужасно нехорошие люди.
грабители ворвались в дом хозяев, убили хозяев дома. И все жители города и даже полиция знают, кто эти злодеи, но они не понесли никакого наказания. Животные хозяева? Да. Хозяева и люди напали, убили животных? Да, это речь об охоте, да. К сожалению, по законам человеческим преступники, которые убили животных, убийцы, они не преступники, а по нормам морали решайте сами. Готовы? Да. Поехали. Как связано с экологией вот данная карта? Красная книга. Красная книга, хорошо. Жизнь. А с экологией? Жизнь. Вот, воздух попадает. Держите. Один газетный позвонок. Есть газетный разворот. Кому можно? Достаньте, пожалуйста. До какого количества его нужно наполнить? Минимум половина стаканчика. Инвентарь. Пиратская песня, математика. Самое простое. Скажите, пожалуйста, вот насколько сложно было организовать такое мероприятие, насколько люди хотели приходить, и вот все структуры, которые участвуют в этом, насколько вам помогали как организатору? Что я могу сказать? Люди хотят. Люди хотят участвовать в таких мероприятиях. Для нас была сложность, потому что мы организаторы из Питера. И мы очень хотели показать ребятам Ленинградской области, чему мы можем научить. И для нас удаленка, конечно, да, это было тяжело. Но мы настолько рады, что мы сейчас находимся на этом прекрасном озере, на этом прекрасном месте. И здесь есть что делать, здесь есть что убрать. И вот ребятам, им помимо того, что убирать, им очень нужно научиться, да, и мы им объясним, что такое раздельный сбор, мы им объясним, как вот надо беречь природу, любить. Они, я думаю, через такие мероприятия они, наверное, смогут это понять. Девочки и мальчики, стекло вообще не разбилось. Это ваше окончательное решение, да? Ну, я хочу вас поздравить, вы молодцы. Итак, первые три позиции вы действительно выделили верно. Действительно, на самом первом месте абсолютно верно любая органика. И это апельсин, да, либо любые какие-то отходы. Они разлагаются в течение, как вы думаете, какого времени? Она разлагается 200 лет. 200 лет. 5 поколений будет напоминать о том, что вы были, да? И, соответственно, что вы с ней делали. Ну и, соответственно, стекло, которое не разлагается вообще, либо миллион лет, как мы говорим. Я пират. Давайте знакомиться. Вы проведете здесь минут 5, но животных не получится. А может быть тут все кроме... Слава Богу, Слава Богу! Хорошо.
Дыши, что гора! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Давайте мои летом стройная зеленая была. Йо-хо! Йо-хо! Немного! Ай! Сейчас и пойду легко будет. Ай, цвет чикен, ай, цвет ай! Ай! Можно меньше звенели. Можно. Знаете, к мероприятию к нашему. А у нас там танцы, конкурсы, загадки. А вы думаете, и мусор убирать. А вы думаете, у нас по-другому? Все, понятно. Не участники акции. Да. Вот это, как вы относитесь вообще к таким мероприятиям? Отлично. Мы участвуем тоже. Например, «Чистый берег» проходил в августе. У нас принимали участие сотрудники, в том числе они здесь присутствуют сейчас, те, кто принимали. Поэтому мы всегда за. Но мы в рамках Союза молодежи порта часто объединяемся и проводим такие мероприятия все вместе. Терминал «Портэнерго» постоянно принимает участие в экологических акциях. И помимо прочего, когда мы выезжаем вот так вот, ну, у нас бывает корпоративный выезд на природу, мы всегда за собой убираем, и плюс еще 50% прилегающей территории у нас так принято. Я из Москвы, и теперь я буду задавать вам вопросы, на которые вы, возможно, не знаете ответы, но вы вполне можете догадаться, если включите свое воображение и фантазию. О, деревья могут быть. Дайте быстрее, бутылки хочу забрать и футболку взять. Давайте, еще слово «берег» у вас. Уважайте друг друга. Нам не хватает только одного – научиться. Ответ принимаю от одного. Жить как люди или что-то… Молодцы, веди себя как человек. Не для организации здесь работаем, не для того, что мы для людей. Мы для того, чтобы для молодежи, то, что вот подрастает. Поэтому...